несколько цифр традиционно по статистике. Мастер спорта международного класса 4 человека. 28 мастеров спорта у нас участвовало в этой регате. Главное, та мужская дружба, которая нас объединяет. Прекрасно организована регата. Большое спасибо двум площадкам, которые приютили наш чемпионат, за информационную поддержку. Марафон награждений начинается. Болош Хайду. Болош, welcome to stage, please. По прозвищу Аполлон. Летящей походкой. И Валерий Заковоротный! Легенда года. Валентин Данилов. Беззаветную приверженность классу ФИТ. Я очень тронут вниманием. Журнал «Люди ветра» брал у меня интервью несколько лет назад и спросил, какое самое мое большое желание. Я сказал, до отпущенных мне жизни дней стартовать по двумя волнами в классе ФИТ. Молодец. Ну и ведет по жизни. Дружба всех вас. Чувствую себя сегодня как дома. Двинет наш парусный спорт вперед. Open Russia. Объединенные категории Grand Grand Masters. Выйдите, приз покажите. То есть первый. Что за приз? Трехмерная модель класса FIN. Фотографирование чемпионов от 50 до 60 лет. Николай Корячкин. Третье место. Второе место. Михаил Петрига. И первое место, Сергей Заботин! Open Russia категории Masters. Самая массовая группа, 17 человек. Развернулась нешуточная борьба. Третье место, Алексей Марчевский. Второе место, Олег Худяков. Игорь Хорошилов. Своим авторитетом. Поздравляем победителя! Open Russia юниоры, 21 участник. Новые имена опять открылись. Третье место среди юниоров. Вячеслав Севенков, третье место. Второе место Игорь Филиппов. Хотя по росту и не скажешь, что юниоры. Он отвоевал это место серьезным запасом. Первое место в категории юниора Open Russia. Аркадий Кистанов в традиционной оранжевой шапочке. Просим вас подниматься. Специальный приз. Почему костыль? Потому что одной ногой в десятке. 11 место. Егору передадут. Это легендарный костыль. Следующим 11 место. Вы делаете реликвии. Десятка лучших. 10 место. Сергей Заботин. 9 место. Олег Худяков. 8 место. Севенков Вячеслав. 7 место. Василий Кравченко. 6 место. Дмитрий Терешкин. 5 Игорь Хорошилов. 4 Виктор Филиппов. 3 место Александр Кулюкин. 2 место Рожков Виталий. Виталий Рожков. 2 место. Общий зачет. Абсолютный победитель Аркадий Кистанов. Оранжевая шапочка. Open Russia 2010. Дисквалификация на выброс. И все равно. И второе место в календарной гонке. И лучшая сумма. Ну, громче! Ваши аплодисменты победителям! Ребят, вот она память! Десятка лучших! 2010! Твое самое заветное желание! На Олимпиаду выиграть! Всероссийская федерация парусного спорта и Московская ассоциация класса ФИН совместно учредили кубок. Кубок имени Андрея Васильевича Балашова. Кубок Андрея Балашова. Это будет переходящий кубок на почетное место. Спасибо за участие в регатах. Второе место занял Худяков Олег. Первое место занял Феликс Деникаев. Принимал участие в чемпионате Европы, в чемпионате мира мастер. Первое место. Кубок Балашова юниоры. Котлеров, третье место. Второе место Слава Селенков. Молодая женщина сидит. Это твоя сестра? Это моя мама. Мама, спасибо. Первое место Аркадий Кирстанов. Ну, за Олимпиаду. Прозвучало как тост. По результатам 12 регат. Первое место делят Аркадий Кистанов и Василий Кравченко. Упорство в достижении цели. Первые обладатели первого кубка Андрея Балашова. Это кубок тяжелый. Поднимайте. А,
I always dreamt about sailing in the fin. Когда я был ребенком, я мечтал ходить на фине. And I just told to my wife 5 minutes ago that all these famous Russian sailors were in that book. Потрясающе. Я только что 5 минут тому назад сказал жене, что эти все люди были упомянуты в тех книжках, которые я читал. I knew and, the names. Yes, sir. Without knowing themselves, that person. До того, как я встретил их, я знал их имена уже to Mankin, to и другой группы легендарных российских гонщиков. So, congratulations to all the winners and the participants in the regatta. I could experience today how difficult it is sometimes to read the wind. I hope we will be back next year and very wish you a very nice season ending and a good sailing year next year. Я надеюсь, что вернусь на следующий год и у нас будет еще одно прекрасное окончание сезона и прекрасное плавание по парусам. Thank you for your attention. Спасибо за ваше внимание. Значит, это очень важное событие для нас. Всех приглашаем. Третье место на открытом чемпионате России занял Куликин Александр. Второе место занял Рожков. И первое место завоевал Кистанов Аркадий, чемпион Москвы 2010 года. Медалью и очередным призом. Собрал все золото мира в спортивной борьбе. Кто тебе вязал эту шапочку, Аркадий? Мама, я понял. И прошу всех готовиться самым серьезным образом к чемпионату. Я клуб «Спартак», ШВСМ Хлебникова. Самые смелые ампайры, я бы сказал. Профессиональные и смелые. Людям, которые скромно выполняют свою профессиональную работу, спасибо вам большое. Мне сегодня показал свои руки наш главный судья. И стер пальцы. Вот это работа. Вячеслав Дмитриевич Шавло, главного судью соревнований. Thank you very much. Спасибо всем, спасибо ассоциации. Всех поздравляю с завершением. Объявляю парусную регату Open Russia 2010 в классе фин закрытой, закрытой, закрытой. До новых встреч, друзья, до новых регат, которые в классе фин будут продолжаться. С праздником вас!